Здравствуйте, я Низамова Эльмира Сардаровна, врач-оториноларинголог клиники ДМС. В период осенне-зимнего сезона реактивность организма понижается. Повышается активность различных микробов, бактерий и вирусов. Это может послужить причиной развития острых респираторных заболеваний или ОРЗ. ОРЗ проявляется различными симптомами, такими как повышение температуры, боли и першение в горле, различного рода выделения из носа, от прозрачных до желтых, зеленых и белых. Кроме этого, больные жалуются на заложенность носа. Можно ли избежать возникновения ОРЗ? Конечно же, профилактировать ОРЗ можно и нужно. Для этого необходимо часто промывать нос солевыми растворами, такими как Долфин или Аквамарис, потому как солевые растворы способствуют восстановлению защитных свойств слизистой полости носа и вызывают механическую эвакуацию микробов из полости носа. Кроме этого, частое проветривание помещений, частое мытье рук, влажная уборка также способствуют механической эвакуации возбудителей. Употребление в пищу большого количества белков, витаминов, особенно группы С, минеральных комплексов способствует повышению иммунитета организма. Ношение защитных масок в местах массового скопления людей также способствует профилактике ОРЗ. И, конечно же, здоровый образ жизни, полноценный сон, полноценное питание и физическая активность. Если вы обнаружили у себя какие-либо из вышеперечисленных симптомов, то категорически не рекомендуется заниматься самолечением, употреблять алкоголь, начинать курс антибиотикотерапии, ходить в бани и сауны. Самым лучшим и правильным решением будет посетить врача-оториноларинголога. Ждем вас каждый день в клинике DMC с 8 до 17:00.